это Хадсон. Хадсон, они уже начали? Уже работают. Адлер в Западном Берлине. Скоро будет на конспиративной квартире. Ты ему веришь? Ха! Тебе не меня надо спрашивать, Блэк. А его команда? Сильная группа. Он позвал Симса, Азулая. Даже как-то ухитрился вызвать Хелен Парк из МИ-6. Там будут еще и Мейсон с Вудсом. Не уверен насчет Парк. Адлер давно с ней работает. Вот и привлек ее. А новый агент? Белл, не начинай. Разумеется, тут надо смотреть в оба. Белл, будь как дома. Пора за работу. Парк? Адлер? Белл? Начинаем. Последние 48 часов замечен всплеск советской активности в эфире. ЦРУ и Минобороны запросили информацию по своим каналам, но пока что зацепок насчет Персея нет. У МИ-6 тоже никаких следов. С чего-то надо начать. Так что вернемся сюда. Вьетнам, 68-й год. Тогда мы столкнулись с Персеем. Черт! Я так и думал, что та операция нам еще аукнется. Подними все, что есть по атаке в Дананге и скинь Парк. Она пробьет по базе МИ-6. Нам нужны позывные, шифровки, отчеты о совместных операциях. В общем, любые возможные зацепки. Есть. Тут вступаешь ты, Белл. Твой опыт в МИ-6 уже выручал нас в Дананге. Надеюсь, он поможет и в этот раз. Иди к доске с уликами. Прокрутим события в Дананге. Нужны зацепки, чтобы выйти до Персея.